Здравствуйте, это мой второй видеоотчет в центре Бердавид, города Иерусалим. Моей дочери 5 лет, диагноз задержка психоречевого развития. В первом видеоотчете я рассказывала, что после 4 сеансов дочка стала более спокойнее. Ушли истерики, перестала на себе дергать волосы. Недавно мы прошли пятый сеанс с Давидом. И я попросила Давида, чтобы он нам помог нормализовать сон. Дочка по ночам очень плохо спала. Несколько раз просыпалась, истерила, плакала. Плакала. По утрам тоже бывало. Она проснется и плачет. На данный момент у нас сон стал лучше, без истерик. Бывало, она просыпается ночью, по ночам один раз, но без плача, без истерик, спокойно. Если она проснется, встанет, опять ляжет спать. Вот, сейчас у нас сон нормализовался, и дочка стала лучше спать. Такой у нас результат после пятого сеанса. Спасибо вам, Давид, большое за такую помощь детям.